Вся Беларусь встречает праздник, посвященный Дню защитников Отечества и вооруженных сил. Он исторически важен и, по сути, стал уже народным. Его празднуют не только в Беларуси, но и во многих странах постсоветского пространства. Белорусский народ чтит всех тех, кто принимал участие в создании и развитии не только вооруженных сил, но и белорусского народа в целом. Всех тех, кто, не жалея ни здоровья, ни самой жизни, отстаивал независимость и суверенитет Республики Беларусь. Белорусский народ не только построил, но и отстоял государственность. Годы независимости были отмечены различным уровнем испытаний, но особый экзамен мы держали последние 2 года. И мы горды тем, что вооруженные силы с честью противостояли международному и внутреннему терроризму, пресекли посягательства на мирную жизнь белорусского народа. Беларусь была и остается суверенным и независимым государством, а ее вооруженные силы – гарантом независимости и территориальной целостности, защиты как от внутренних, так и внешних угроз.